Как отправить домашнее задание сразу всему классу. В расписании выбираем предмет. Напротив темы нажимаем кнопку «Создать». Выбираем крайний срок выполнения. Пишем задание. При необходимости мы можем вставить сюда видео. Нажимаем на кнопку. Вставляем ссылку. Сохраняем. Далее мы можем прикрепить любой файл Word, Excel, PowerPoint, изображение или PDF. Файл не должен превышать 30 мегабайт. Отправляем. Домашнее задание успешно отправлено.